Всем привет, дорогие друзья, с вами Залиэл, и мы с вами продолжаем играть Biohazard Revelation 2. Да, да, мы с вами продолжаем, и остался у нас последний эпизод, и будет, наконец-то, концовка, наконец-то мы расправимся еще с одной игрушкой. Так, кстати, давайте все-таки за нее будем играть, потихоньку будем смотреть, где противники. Она, черт возьми, нам очень помогает. Так, здесь вроде как чисто, чисто, чисто. Но иногда ее зрение может и подвести. Так, раз, что там, патрон к пистолету. Я, Барри, сам заберу. Потом тебе отдам. Точнее, так, дымовой порошочек. Что там у нас, патрошки, еще патрошки. Жалко, тут, кстати, верстака у нас нет. У нас же есть еще дополнительная деталь. Ящик с деталями для улучшения оружия. А, кстати, вообще уже... Все так просто до хренище всего, и непонятно, что с этим делать. Давайте, что ли, ну-ка, спирт, дымовое сочетание ткань, порох, во-первых, порох. Что там, это передадим, ну и все. Так, Барри, ну-ка, что у тебя всякого говна тут до хрена, ну-ка, передать. Переджач. И тут давайте сочетание. Ручатая бутылка. И еще одна у нас есть. Прям смотрите, как все ровно и чисто, да? Как раз и два пороха, и две бутылки. Шикарно, шикарно. Сюда я почему-то не могу идти, видимо, конечно. Ну, конечно, я так не могу. Но сюда он прыгнет спокойно. Вот как интересно. Ой, музыка-то какая. Какая у нас музыка-то началась. Так, еще одна взрывчатая бутылка. Ой, блин, сколько у нас их. Так, обратно я уже не могу попасть. Угу. Мы в ловушке. Походу. Так, давай вниз. И тут уже у нас какой-то лифт. Да. Спускаемся. Прям на дно. К Спанч Бобу. Да-да, там еще Сквидвард есть, различные... Ты умрешь, дитя! Звук идет из браслета! Точнее, звук идет из браслета! Прошлое тебя догонит, ложная сущность! И тогда ты умрешь! Стоп, а как она превратилась в эту тварь-то? Это точно, сука, Уэскер! А почему она превратилась-то в монстра, я чуть не понял. Ты не волнуйся, мы сильнее вместе. Смотрите, она же убилась, значит, она не должна была в мутанта превращаться. Почему так получилось? Я не понимаю. Крысу убил. Маленькую девку. Как дядя учил прям. Хрена себе. Какая она здоровенная-то. Ну, конечно, пропадает. Типа будут баги, глюки. Ну, конечно, конечно. Так, предупреждение ядовитым газе. Ядовитые газы идут из ближайших погружений. Понятно, в общем, тут еще ядовитые газы. Понятно. Кто тут пердит просто несмертно. Несмертно, несмертно. Так, ну-ка. Проверим, кто тут у нас пердеж-то издает. А, нет, никого нет, смотрите-ка. Так, все тут обыщем. И мы с вами еще патрончики заработали. Замечательно. Это все больше и больше тут на нашем пути патронов всяких разных, прекрасных. Гэс, лучше здесь останься, милая. Ни за что, я с тобой. Ты точно справишься? Хорошо. Ой, конечно, справится. Да, да, то-то тут люди умирают. Конечно, справится. Ой, блин. Не дыши как можно дольше, чтобы эта дрянь тебе в легкие не попала. Хорошо. Ладно, тогда погнали быстрее. Этот был и так уже трупом. Так, все, не сдохла? Навряд ли вообще умрет. Такое предчувствие. Так, а смотрите. Да-да-да, нам туда, но я хочу все-таки узнать, что там еще у нас. Видите, тут патроны. А, и все, патрошки только.
Мне кажется, или они шевелятся? Че, реально, что ли, шевелятся? Когда по ним ходишь, они шевелятся потихонечку. Помаленечку. Угу. Давайте смотреть, давайте смотреть. Чё-то я чувствую тут. О, ну-ка, патрончики опять. Ах, блин. Это очень плохо может закончиться. Слишком много монстров здесь видно будет. Ну-ка, дай-ка я Барри запуляю. Ой, тут каждый второй, можно сказать. Нет, они все мертвые. А, нет, один... Один был жив. Так, там их дохерище. Тут уже этот... Господи, как... Какая все-таки убогая тут анимация, когда на эти трупы, типа, наступаешь. Такой бред. Так убого, отвечаю. Тут вообще хуже еще газ. Отлично. Ой, скоро мы сдохнем. Кстати. Кстати, о птичках. Стой, стой, немножко осталось. Плохо. Ну-ка, ты. Блин, а ей хоть бы хны, а? Вы прикиньте. Все, ароматизатор воздуха алоэ всегда вас охладит. И так, 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 так. Что-то мы открыли с вами. Ай, бля! Я, знаете, сначала ее даже испугался, только потом монстр-то. Да, бывают со мной такие залеты. Так, отлично, этот ожил. Че ты ожил-то? Ну-ка, ну-ка лежи. Братишкин. Так, встают. Давайте, умирайте! Так, все. Ага. Успели, девочки-то успеют, понятно. Наш типа бот. На нее мы не играем. Компьютер там все-таки щадит, щадит сам себя. А игрока-то можно и не щадить. Кто я такой, да? Все вниз и вниз. Она как раз там. Поищем спуск. Я, кстати, совершенно не удивлюсь, если она нас заманивает специально вниз. Нет, ну если так получится, ну, смотрите. Если она, наоборот, типа, помогать ей будет. Потому что это она и есть, по сути-то. Она же передала ей свой мозг, можно так сказать, душу. Поэтому, возможно, так и есть. Вот что я говорю вам. Ослабление отдачи. Давайте заменим. Хотя, так, а что тут можно вообще? Так. Давайте сюда. А, не могу. Значит, я на это поставлю. Все. Замечательно. Патронов у меня просто дохерища. Сколько мы с вами нашли? Это еще не все. Сейчас я вот так вот сделаю. И вот так. И тогда я просто охерею. А что-то не прибавилось нихера? 35, 5. А, нет, все правильно, все правильно. Вот теперь все правильно. Еще и здесь. Что-то слишком много, дорогие друзья. А давайте-ка. Так. Нет, все-таки думаю скрысить как-то. Так вот и. Так, 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 так. Тут, по сути, даже и не надо. А вот этим мы с вами все-таки пользуемся. Еще как. Будем сейчас пользоваться. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та, из кавашников-то. Что, ключ от подъемника нам нужен. Ну и, конечно, может, спустимся на лифте. Но чтоб нам спуститься, надо в такую жопу опуститься. Только тогда. Смотрите, две двери, я даже не знаю, в какую идти. Так. Не знаю, как там. Такое чувство, что нам сюда надо. Так, и туда пойдем, и сюда.
Ой, бля. Ой, твою ж мать. В ноге, да? В ноге. Что ж ты так долго мочишься-то, а? Нет, смотрите, а? Какая паскуда. Так, а вот и браток. Здорово. Пока. На Воркута. Как ты долго, кстати, забирался? Давайте смотреть. Во-первых, там какой-то братишка лежит, да? Братышка. Ой, осторожней, осторожней. Где смерть? В колене. Охренеть, сколько я патронов просрал? Да что такое? Кот, нет, слушайте, кот совсем опупел. Я его только что покормил, ну вот, когда между сериями был перерыв. Так, блин, этот паскудник еще жрать хочет, походу. Так, ну нам единственное... Да, нам туда. Короче, Барри, вот там я даже не знаю, не знаю, как указать-то, блин. О, еще и заперто с другой стороны. А ну-ка. Они типа мертвые, вот суки. Давай, 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 давай! Без Натальи? Реально без Натальи? Ага, здесь, слава богу, мы можем подышать. Давай, Наталья. Так сказать, поработай на нашего дядюшку. Да, я вижу, что там два монстра. А что делать? О, как он забрался, кстати, я чуть не понял. В руке. Ах ты, двойной! Смотрите, хрен попадешь еще. Ну-ка, пойдем-ка, Наталья. Отдышимся. А-а-а, так тут можно еще. Ах вы гады, я-то думаю, что такое? Не-не-не-не-не, куда ты, Барри? Блядь. Мертвый? Ну, кровь-то идет. Братишка! Мертвый все-таки. Ладно. Ящик с деталями. Стоп, я из-за ящик. Фуй! Подтверждается. Извиняюсь, конечно. Подтверждается, да? Мы ради деталей сюда пришли. Охренеть. Ладно. То есть, по сути, туда я не должен ходить. Куда я должен ходить? Нет, я сюда должен ходить, смотрите. Все правильно. Все правильно. Капец, маленькой девочкой то больше работы делает, чем в баре, охренеть. Ну, я про этот момент сейчас говорю. Так, давай. Давай, у тебя спинка болит. Не бойся, не бойся. Сейчас мы тебе поможем, так сказать. Сейчас второе оживет. Я угадал? А ну-ка, погодите, она, видите, задыхается. Сейчас, секунду. Давайте отдышимся. Я вроде как... Да, все, надышались, надышались, давай, погнали! Не оживай, не оживай. Я смотрю на тебя, я смотрю. Мои глаза на тебя, понял? Так. Хорошо. Эта фигня у нас есть. Мы ее сейчас туда отнесем, вон туда, и все. Все, профит. Мы прошли с вами. Ага. Все! Все очень легко, оказывается, проходится. Ну куда ж ты? Ну ладно. Ладно, сейчас. Главное, чтоб обратно она... Ладно, хорошо. Будь по-твоему. Но все равно же она сюда пойдет, да? Да, идет.
Так, ключ от подъемника мы получили. Потрошечки. И что-то у нас тут, видите, дневник шахтера. Наконец-то у меня будет возможность работать на нашу благодетельницу на добывающем объекте. Буду теперь деньги лопатой грести. Похоже, на нижних уровнях делают фармацевтические препараты до того, как меня наняли. А я об этом понятия не имел. Чтобы просто пройти туда, требуется разрешение. Охрана там довольно надежная. Должно быть, там внизу делаются какие-то весьма важные дела. В исследовательском комплексе у ней работает свой персонал, но и некоторые наши островитяне на нее работают. Все, кто работает непосредственно под ее руководством, получают солидную плату, деньги, статус. Кто от этого откажется? Но в последнее время они проводят много новых людей. Приводят не особо умных или полезных, просто люди требуются десятками. Входит множество людей, но не выходит никто. Думаю, где-то внизу тут еще есть выход. Так ведь? Да. Конечно, конечно есть. Конечно есть, братишка. Так, пойдемте. А вот сейчас что-нибудь будет. Ай, звук ты какой пошел. По-любому что-то сейчас будет. Давай, Наталья. Наталья, морская пехота. Сейчас я тебя сделаю здесь. Ничего, сяду за руль. Так, нам туда, кстати. Давайте зайдем. Я хотел посмотреть. Это система вентиляции. Если мы ее запустим, она удалит весь газ. А, да? Ну твою дивизию, а чё ж мы? Чё ж мы сразу-то, блин, не включили это? А, кстати, а нахрена нам ее включать, если мы уже получили, по сути? Ой, бля, пойдём-ка отсюда, Барри. В жопу это всё. Но смотрите, в чем прикол. Я сейчас подхожу к лифту, а барин, значит, такой скажет: «Ух, там много слишком дыма, мы не можем». Да, конечно, мы не можем. Все, идемте. Конечно, без толку. Я посмотрел, что там дохера газа, значит, точно не поедем. Все так просто не может быть, конечно. Ой, блин. Сколько тут этих чертей? Вы только посмотрите. Давайте хоть живых убьем. Раз. Два. Братишки оживают. Так, туда мы не можем, значит, а где нам дышать? Только если здесь. Ой, бля, видите, кто тут? Какие красавчики у нас тут. Ой, бля, даже этот ожил. Так, не-не-не-не-не-не, сюда. Забираемся. Блин, как все не очень хорошо-то, а. Кстати, интересно, а он может залезть? Нет, не может. Ни один, ни другой. Ну, конечно, у них же ножик. Нет, встаем! Вы что, паскуда, охренели, что ли? Эволюционируйте? Ну-ка. А, ты не охерел ли? Значит, ноги у него отказывают, вдруг начинают работать. Да ты сдохнешь, нет. Так, пистолет. Где мой? Замечательный просто. А, нет, теперь опять переключаемся. Смотрим, здесь какая-то байда. Сюда мы не сможем пройти. Значит, надо идти туда. В общем, все как обычно. Иди туда, найди это. Потом иди туда. Как ты нашел эту фигню? Ты молодец. Но тебе надо еще найти штук 20. Замечательно. Мы аж... Блин, я просто гений. Я просто гений, отвечаю. Надо идти сюда. Это я уже понял. Так, вот теперь уж лучше наверх. Да-да-да-да-да. Перестрахуемся. Еще раз сюда. Но у нас ключ-то... А, у нас, погодите, у нас ключ-то один есть. А, тут, видите, электронный замок. Так, здесь надо толкать эту херовину.
Так, погоди, Барри, нам отдышаться срочно надо. Тут видите, как приходится. Навоняли черти. Приходится. Ни хрена там. Там что, руки-ноги, что ли, в этой повозке? Или мне кажется, да, смотрите, какой-то пятка. Уже побежала подышать чистым воздухом. Ах ты, девка-то какая. Нет, тут, видите, даже получше. Да, там дохера людей. Вот, вот дерьмо, что они тут ставили-то? Такие эксперименты. А нахрена она... Она создавала монстров, что ли, специально? Или... А, она же... Глупые вопросы, на самом деле, говорю. Задаю. Она же, значит, вирус изобретала. Изобрела вирус. Вот. Подзаразилась, значит. И такая подумала, блин, я же сейчас сдохну, превращусь, поэтому дай-ка я лучше вселюсь кого-нибудь. Сейчас, погоди-ка. Ой, блин, мы, оказывается, и не сюда вроде как пришли-то. Видите, тут что за байда? Нахрен я тогда сюда пришел вообще? Охереть! Есть. Так, стоп, она сейчас задохнется нахер. Бежим! Все, давай отдышимся. Отдышались. Надеюсь, заново не будет. Угу. Да, заново не будет. Нет, не попал. Попал. И мы получаем просто... Блин, я еще... Давай, Барри. Да, беги пока. Ящик с деталями. Причем, смотрите, даже не с редкими, а обычными. Вот какое говно. Так, электронный замок. Как же мне его... Здесь мы все осмотрели. Вон еще один. Вот я Гаврило. Так. Патрон к пистолету. Что-то, кстати... Ну-ка, стоп! Пока такой небольшой перерыв. Че у тебя так много всего-то, реально? Ну-ка, давай-ка, Барри, все отдавай. Ладно, это пока так. Что тут не нужно? Дезинфицирующее средство, это. Давайте все отдадим ей. Она вроде как должна, кстати, нас лечить. Ну, на случай. Поэтому давай, Барри. Патрончики, они не бывают лишними. И пойдем сюда. Ох, тут еще одно место. Так, 2 апреля, дневник шартера. Но это безумие, серьезно. Так, иногда... Исследователи относят коробки подсобную. Я случайно заглянула в ней. Вроде был человек. Вернее, то, что от него осталось. Но это безумие, серьезно. Это безумие. Так ведь? Нет. Нет, просто воображение. Такого делать нельзя. Но в уме все равно возникают мысли. Теперь... Так, воображение... Мне приспичило узнать, что внутри тех коробок. Проклятие! Желанием надо быть аккуратнее. Там были трупы людей. Трупы наших, трупы моих товарищей с острова. Разрубленные на куски исследования. И что иное, как гнусное извращенное убийство. Эти коробки, их здесь проносили каждый день. И если каждый раз эта женщина, мы ей доверяли, думали... Она нас просто использует. Пожалуй, отреагирую слишком остро. Решил, что дам ей шанс объясниться. Короче, она игнорировала. Поэтому сделаю так. Вытащу из нее правду силы. И натравлю немного, она и расскажет, что тут творится. Я всю жизнь занимался тяжелым трудом. Она худенькая женщина. Я с ней справлюсь запросто. Мне эта идея не нравится. Но что делать надо? А вариантов у меня нет. Кто должен взять и сделать это, что надо? А вполне могу сделать. Алекс, я иду. Да, конечно. Конечно, какой-то обыкновенный шахтер будет такое делать, ага. Не, имеется в виду, он сделает, но не победит ее.
Это понятное дело. У нее сколько охраны было, наверное. Плюс мутантов она, скорее всего, натравила на вас. Так что, ребята... Кстати, я могу подышать так. Вроде как. Блястящий. Голова. Голова, Барри. Но, блин, я сейчас задохнусь. Идем назад, 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 назад. Все, давай быстрей. Так, голова. Все, я запомнил. Что-то видите, как нам тяжело-то совсем. Блядь! Ёбаная бошка! Ах ты, блин, говнюк, а. Блин, господи, хоть бы там был. Путь, путь, да-да-да-да-да-да-да, там есть эта херь. Есть. Плюс пистолет, Магнум 2000... Ага, сейчас, погодите. Давайте на питомничка махнем. Да, магнумы тут, видимо, пользуются спросом. Ну, именно у Барри. Так, все, здесь мы нашли только пистолет. Ну, он, конечно, классный, наверное. Может, даже с первого выстрела убивает, я ж не знаю. Так... Он дышит или... Блядь, он не дышит. Бежим, 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 бежим! Спокойно. Охренеть, это было близко, да. Я чуть ли назад не захотел повернуть. Вернуться. Так. Винтовочные патроны, всякая такая ерунда. Идемте дальше. Ой, блин, тут у нас... Что, блин, она тут делала? Ой, бля... Блин, я даже не знаю, как с ним сражаться. Ну, точнее, я знаю, да, он, видите, раскрывается иногда. Так не говорите, что там тоже кто-то идет. Блять, там еще и... Бля! А, видите, она нас спасла. Там просто этот был. Он сейчас будет махаться. И кусаться. Блять, да суки вы ебаные! Охуеть. Вот. Такого я просто не ожидал. Короче, сейчас мы их, да, должны сначала ублюдков этих маленьких замочить, а потом уже думать и... Ага. Давайте. Минус один. Где второй-то? Ага, проснулся. Вышел, вышел все-таки. Мудель. Блин, тебя задели еще. Ага. Так, тихо, тихо, тихо. Этот монстр опасный, сука. Он... Все-таки... Всяким говном занимается. Ой-ой-ой, какие звуки! А как тебе такое? Че, еще живой, что ли? А, другое дело. Блин, наплодили уродов. Не, ну, мы понимаем, что бедные шахтеры превращали их в труху. Ну, не в труху, точнее, биомассу там какую-то. И, ну, потом смешивали, как знаете, так, красная трава. Так... Как мы сделаем? Мы просто скрестим. Ну-ка, погодите, передать. И вот так вот сочетание с этим. Оп. Еще две. А теперь передаем. Видишь, Наталья, теперь нас на два-то больше.
Так, это пока не надо. Все, газ мы отключаем с вами. Замечательно. Все, вентиляция должна сработать, братки. Ну, конечно, как мы пойдем вниз, какое-нибудь говно-то случится в плане... например, вот видите, еще даже не досказал, а уже лезут. Говнюки. Да, тут по-любому будет очень много таких братков. Да ладно, я же отключил! Что, не отключил, что ли? Странно, я думал, я вентиляцию включу. А, мы же не вентиляцию с вами включили. Твою дивизию. Сейчас, туда пока побежим. Вроде как тут быстрее, что ли? Отдышаться. Ну или я так решил. Мы не вентиляцию выключили, а включили двери. Там электричество подали, точнее. Вот чё. Так, что еще нам идти тут и идти? Ой, бля. Стяжше. Где там? В руке. Не в этой? Да ты мудель, блядь! Стопит? Ага. К сожалению, навряд ли. Эта дрянь это понимает. Все. Ну, правда, там приманка. Сейчас она, скорее всего, взорвется. Да, взорвалась. Так, мы везде побывали, кроме одного места. Сейчас я схожу туда быстренько. Надо, надо сходить. Вот такое вот место. И всего лишь тут два патрона. Не густо. Я думал, тут чего побольше будет. Так. О, отлично, ну все, вперед. Давайте, замочек. Тили-тили, траливали. Каких муделей нам тут назадавали. Давайте обратно. Черт возьми, да не отойти от этой стойки. Вообще никак не отойти. Так, все, свежий воздух, подышали. Хватит. Ну вы че такие... Че такие дерзкие, а? А, во. Типа выход. Там... Ай, да в жопу, не трогай его. Пусть живет своей жизнью. Вот где оказывается вентиляция-то. Ё-моё, ёшкин кот. Все, работает, заработало. Офигеть, офигеть. Вон где вся эта фигня была. Мы столько с вами прошли. Так намучились. Ужасно. Отлично, засосало все. Тут мы с вами... Емкость магазина уровень 3, скорострельность уровень 3. Стоп, а... А, да. Скорострельность уровень 3. А у нас тут емкость магазина, быстрое разрешение, скорострельность поставим и... Емкость магазина. У нас, кстати... Тут емкость магазина, что ли, оставили? Где? Ай, ладно. Ослабление отдачи. Урон. Так, в магнум только одно я могу поставить. Ослабление отдачи. Ну и ладно. 1100! Вот это капец, конечно. А тут... 1100! Один из самых мощных видов оружия под патрон магнум. Охренеть, круче, чем снайперка. Ёкерный бабай. Кое-что я проверю. Нет, ребят, кое-что... Кое-что надо проверить! Ну-ка. Ё-моё, 1350. Ну, нет, так не будет, конечно.
Но... конечно, офигеваю. Все, пистолет у нас полностью прокачан. Мы с вами идем дальше. Да, теперь буду знать, что это самый крутой пистолет. Все, ключ от подъемника. Так мы вниз или вверх? Ну-ка, без Натали. Да как без Натали? А это кто? Да, вот вниз. Все правильно. Мы бы не поехали, если бы почувствовали бы серу. Зачем Уэскер хочет тебя насолить? Не знаю. Я с ней совсем мало говорил, а потом меня стало клонить в слон. В слон, блядь, сон. Тогда, наверное, ответ придется вынудить из нее. Такое лицо, типа... что-то замыленное откуда. Ладно. Так. Ну-ка, проверим. Что-то никого нет. А, ну и гадость. Типа пальчиком. Вот, вот это гадость, что ли? Нормальная биомасса всего лишь. Это всего лишь шахтеры. Чего ты боишься-то? Нормально все. Ну-ка, давайте посмотрим. Запись обнаружена, доступ открыт. Наталья, как ты? Не знаю. Да знаешь, знаешь ты все. Ну, блин. Круто, Барри прошел через... ну, вы поняли. Да, есть, конечно, маленькие недоработки, но... нет, это не важно. Важное, что сейчас будет за жопа. Вот о чем я. Пора умирать, Наталья. Да? Я не дам тебе проснуться. Никогда. Сароха, ты договорилась. Барри. А в смысле, не, погодите. Умри. Чего? А чё умереть-то? Блин, чё-то такая-то она злая. Так. Я одного не понял. Типа, я не дам тебе проснуться. Такое чувство, что она до сих пор спит? Вот так вот. Непоняточки какие-то. Журнал передачи образцов. Выращиваем вируса. Количество 70 человек. Промышленная зона. Жители блока 1721. Охереть. Нормально. Ну да, понятно. Использовали они вроде как людей. Ох, целая гора, смотрите-ка. Капец. Но игрушка этим цепляет. Вот что я вам скажу. Опа. Какой-то уже замок. Да? Здесь можно дом обустроить. Как в кино. Хотелось мне тут жить. За себя говорить. Меня особняков хватит. Да, в первой части понятно. В первой части, ну вы поняли. В общем. Да, в первой части мы как раз там... я уже даже не помню. Но я первую часть до половины-то точно, я помню, проходил. Ключ-эмблема. Вот дерьмо-то какое. Ну-ка, Барри... Давай-ка проверим тут. Никого нет? Опять зомбачки будут кушать всяких докторов. О-о-о-о! В руке второй. Второй, блядь. Жгутик. Ой, бля, там их все больше и больше. Собака. Ай, идет сюда, да? Нет, не идет. Тут в ноге. Там идешь, да? Ага. А, готов. Это пока типа не слышит. Крысовец какой. Да, ну чтобы особняк здесь был, вот это бред. Конечно. Может он и должен здесь быть, но ключ-эмблема.
Черт, где мне найти эту ключ-эмблему? Какое говно, а. Так, Барри, иди, иди, иди за мной. Тут нам придется до хера, видимо, поискать всего. Блин, и как тут темно-то вообще? Ужасно. Как в кино, блин, слишком много... Душ? Кто тут принимал душ? Ой, сломали, мудили. Все-таки сломали. Так, погоди-ка, Барри. Как бутылка какая-то. А, ну-ка. Спирт пахучий. А, что там, химикат подходит для чего там? А у нас, видимо, больше-то... Не, у нас пороха-то есть немного. Есть сочетание с порохом одна. А, и вот такие будут. Все. Давай, Барри. Прикрывай мою маленькую точку жопу. Так, ой, блядь, как хорошо-то. А! Вот эти твари! Их создал Алекс! Всех! Да, я вижу, вижу, вижу. Охереть. Вправду она создала? Вот сучка-то какая крашена! Блин, боюсь, мы с ними сражаться будем. Хорошо, хоть я взял бутылки эти сраные. Да, скорее всего, просто полопаются. Видите, уже одна лопнула бутылка, не просто так. Вот что я вам скажу. Не просто так лопнула. Так... Как только мы достанем этот сраный ключ, все будет уж по-другому. Где-то в голове, что ли? Тут в ноге, Барри. Или где тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ему новый монстр, что ли? А, нет. Заболеватиной. Ого, какие тут инструмент прикольные. Ага. Так, ну ни хрена себе. Стульчак. Это. Чего вы тестировали-то тут? Хереть. Ну это-то что такое? И сундуки вообще непонятно зачем здесь установлены, блин. Так, неправильно, неправильно, неправильно. О, правильно, ничего себе вангую-то. Так. Ящик патронов Магнум. Блин, у нас все больше и больше патронов для Магнума-то. Сколько? 11 уже. Стоп, как? Да. Вот говно-то какое. Я думаю, побольше, типа, ну, чтобы убивать братишек-то. Карта! Карта! Блядь. Секунду. Карта еще. Карту! Да вы совсем издеваетесь надо мной. Где я вам карту-то найду? Не, ну она должна быть где-то здесь. А, все понял, я думал, это крюк живой, я бы охерел. Какая-то неприятная дрянь течет из крана. Ой, блин, всякого тут говна. Видно, что постарались здесь. Они не выпрыгнут, блядь. Это ж пиздец будет. Стоп, а я могу, кстати, ну-ка. Могу. Вот это я дал жару. Вот, оказывается, как-то, а? В ножке. Да, блядь! Давайте сразу их убьем, а то... Чё это мы мучаемся? Блядь! Да ёбаный ты по голове! Спасибо, конечно. Все в руке.
Опять он этой дрянью! Сука, надо было его напоследок оставлять. Напоследок. Так, в ноге. А, когда... Я понял все. Да, блядь, я попаду сегодня когда-нибудь. Охереть, сколько я патронов просрал на них. Блядь. Это все может плохо закончиться. Вот что я вам говорю. А, штурмовая у нас до хера, кстати. Штурмовой. Вставай, свинья, на работу. Все, чем мы их убили. Потому что, возможно, просто они бы все ушли бы. Ну, как ушли бы? Лопнули все эти банки, склянки. И там уже, сами понимаете, не до прикольного было бы. Карта. Допуск первый. Где? Давай. Ой, бля, сейчас он у нас... Бля, столько патронов трачу. По-другому-то никак. Пустая бутылка. Берем, берем. Ого! Тут что-то интересное уже мутится. Так, вроде никого... Монстров не вижу. Так, карта подземного комплекса. Ага. Теперь, видите, у нас задача. То есть мы видим, куда... На мини-карте... Куда идти, куда ползти? Итак, вирус Ураборос укореняется в органическом веществе, тем самым оживляет труп. Ядро управляет ростом органического вещества. При разрушении ядра процесс оживления прекращается. Вирус невероятно быстро размножается. Фу, весь остров превратится в кладбище. Необходимо строжайшим меры безопасности. Думал, что ими Ураборос сможет рук приложить. Так, Барри, ну-ка. Патроны. Блин, нам сейчас патроны ужасно нужны. И какая-то кровь. Нам тут еще до хера идти, идти, идти. Барри. Типа она-то не может здесь чего сделать. А, у нас же ничего и нет. Че, толку-то? Толку-то ворошить у нас тут все это. Дневник исследователя. Сегодня мы начинаем исследовать Ураборос. Каждый день к нашей двери доставлено множество трупов. Стюарт очень старается обеспечить нас достаточное количество материалов для исследования. Мы сразу же ввели вирус в труп. Труп ожил и стал похож на марионетку. При том, что... При том, очень агрессивную. Он нападал на всех, с кем вступал в контакт. Это направляло исследование на разработку биоорганического оружия. Так, секундочку. А, вот и карточка. Карта допуска первого уровня. Замечательно. Теперь у нас есть карта. Только погодите. Стоит ли нам туда ходить? А? Может, все-таки пойдем назад? Или вот, например, сюда? Карта допуска второго уровня! Блин. Ладно, пойдем сюда, хорошо. Все-таки нам не надо ничего упускать. Давайте смотрим. Где-то там, где-то там. Я же видел. Я следил. Вон, тварь. Итак, журнал утилизации образцов. Трупы исследователя, которого убил испытуемый, отправлены в морг. Расположены в задней части. Смотрим, а, тело было стерилизовано, личные вещи, так, ключи, та же. Это в морге. Ой, блин, тут еще эта дрянь. Ключ-эмблема. Замечательно просто. Ну ладно, потом... Нет, стоп, патроны, патроны, Барри. Нам сейчас это очень нужно. Нужно, нужно. Воу, уже другое дело. Смотрите, короче, ну я, в принципе, так и думал, что сначала с помощью первой карты мы пойдем какую-то еще вторую ключ-карту доставим. С помощью второй ключ-карты мы, наконец-то, ключ-то найдем. В общем, полная жопа, ребят. Полная. Приполная. Так, пойдем, Барри. Смотрим, правда, по сторонам. Никто тут не появился. Хотя бывает, они просто, знаете ли... Ой, смотрите, сколько там трупов-то. Ладно. Позже посмотрим. Все равно нам сюда возвращаться.
патроны к пистолету. Ладно. Если вдруг не будет, ну, передадим. Так, еще, погодите. Ну-ка. Еще патрон к пистолету, хорошо. Ну, хорошо. Так, звук какой-то был нехороший. Какая-то тварь появилась там, на горизонте. Он прямо там. Стоит, паскуда. Ага, все, уже не стоит. Ти-ти-ти, если не стоит, то не стоит. Та-та-та-та-та-та-та. Не зря там эта тварь стояла. Там еще стоит Барри. Блять, к сожалению, не такая легкая. Немножко, блин, уродливая и сложная. Так, а ее, кстати, там не было, когда у нас ключ-карта была. Да! О! Ого! Сиськи! Вау, они даже женщин, что ли, превращали? Ну да. Вот больные ублюдки. Там... Ой-яй, там еще хуже. Там еще хуже. В ноге, что ли, или где? Ебать ты! Ты здоровенный. Ты чё такой большой-то, а? Хрена себе. Так, кирпичики я, пожалуй, возьму. Ага, молодец, взяла. Сразу взяла, да? Класс, везет мне. Конечно, блять, ну... Я думал, так и надо. Типа, так и надо. Окей. Блин, я просто промазал этим кирпичом. Что ж ты, блин... Ай, ладно, я виноват, хорошо. Она там есть. Ну-ка, патроны. Патрошки мы берем с вами. Не, все. Слава богу, нигде больше нет. Смотрим, смотрим. О! Ключ-эмблема. Стоп, а второго... Странно, я думал... Мы второй допуск сначала возьмем. Как-то уже все не по плану идет. Так, здесь мы были, сейчас, секунду. Вот сюда сходим, тут, видите, тоже какая-то дверь. Никого нет. Итак, записка исследователя. В отношении установки выращивания вируса приняты меры безопасности второго уровня. Так, говорят, новые пропускные карты будут выдавать в кабинете руководителя. Я услышал об этом случайно. Так, может, это и к лучшему. Похоже, эти эксперименты по выращиванию вируса Ураборус довольно опасны.